Всем привет, с вами Вепрал, и сегодня мы продолжаем играть в Super Cat Tales 2. Не будем тянуть, всем приятного просмотра, а мы начинаем. Точнее, продолжаем. Я уже, наверное, когда так говорил уже. Так, свечу у нас с домиком. И как я вижу, он немножко странный, так что тут нет никакого ключа в нем. Ладно. Мир 3, домик, Гульдбург. Двух мэй не хватает до этого самого, до лопаты. Ты кто? Как тебя озвучивать? Вы входите в Гульдбург. Нам тут не нужны неприятности. Я сижу с тобой, путник. Работы нет. Иди домой. Что-то за звук был. Какой подозрительный тип. Можно прыгать где-нибудь тут? Не прыгает. Ладно, идем дальше. Давайте прыгнем. О, у него это бубенец вижу, или мне кажется. Это дракон, разрушенный наши дети стражи много веков назад. Бубенец дай. Куда я лезу вообще сейчас? Давайте в эту сторону полетим. И ничего не найдем, нет? Давайте еще дальше. А вот и бубенец. Как ты сюда забрался? Неважно. Тебе это не надо знать. Мои секреты. Наверное, как взять вот этот бубенец без понятия. Пока-то. Пойдем давайте летим дальше. Куда еще можно лететь? Вот еще монеты. Прыгаем снова куда-то подальше. Здесь уже ничего не видно. Эй! Дорога закрыта! Не видите? Мы тут работаем! Глупые туристы! Серьезно? Ты говоришь? Я слышу, навигает снежная буря. Да ладно. Невероятно. Закусочная, наверное. Для нашего тролла какая надо поесть. Так это. Так, ждите здесь и следите за входом. Если будут сведения о лунном кристалле, мы пойдем. Осторожно! Это не самое дружелюбное место. Я туда пошел. Простите. Простите, сэр. Эй. Вы знаете что-нибудь об особенном камне? Отвали. Ладно. Слушайте все. Мы ищем лунный кристалл. Как ты смеешь? Я тебя проучу, дерзкий паразит. Хватит. Но, капитан Каллио, этих туристов нужно наказать. Иди, стереги главные ворота, солдат. Так точно, сэр. А с вами двумя нам нужно поговорить. Боюсь, у нас нет времени. Капитан Каллио, бушует снежная буря. Вот как. Значит, никто никуда не идет. Чё, как эта история великая этого капитана, этого. С лунным сталом этим. Это было дерзко, скажешь, согласитесь. Лунный кристалл — это камень огромной силы. Мы должны найти его раньше, чем Лорд Иридий. Лорд Иридий, говорите? Я Каллио, начальник элитных стражей. Мой долг — защищать Гульдбург и Восточные горы от любой угрозы. Давным-давно мы сражались с Лордом Иридием возле древней купальни. Все пошло не так. В бою погибло много солдат. Убирайтесь с нашей земли. Ха! Безумец! Потом я увидел его. Кстати, это же командир Митсу, которого мы озвучиваем так же, как от самого, как...
Не понял, как это. Опа. А, так вот кто это. Хо-хо-хо-хо. Мне нужно играть топовую озвучку для него. Лорд Иридий победил оставшийся одним ударом. Сдавайтесь. Никогда. Внезапно нас ослепил яркий свет. Как его озвучивать? Ее звали Луна. У нее в ожерелье был лунный кристалл. Вы мои! Лунный кристалл вызвал землетрясение. Я помню, как упал в расщелину и потерял ключ от древней копальни. Луна спасла мне жизнь. Вы должны помочь нам найти Луну. Наверное, она где-то в древней копальне, но я вам не помогу. Что? Ты не хочешь топчить запьевших солдат? Я восхищаюсь твоим боевым духом, сержант Макмяу. Кажется, я где-то видел тебя раньше. Найдите потерянный ключ. Я посмотрю, что могу сделать. Считаю, уже нашли. Вы защищаете, когда найдете ключ от древней копальни. Мы не обслуживаем туристов. Разбудите всех, у меня нет этой дулочки. Нужна какая-то крутая озвучка для этого генерала, для этого Иридия. Ненавижу дежурить ночную смену, такой снегопад. Нужна именно какая-то крутая озвучка, такая брутальная, чтобы прям-таки запомнить. Прохлада, не так ли? Не так. Деньги, деньги, деньги. Монетки. Монетки. Бубенцы. На больше денег, чтобы купить себе все вещи. В принципе, будут. Нет, обратно. Не хулиганьте. Нам хватает поменять с щенами. Я скучаю по родным в Ромалтауне. Может, я пропустил бы меня, так не пропустил. Вы сломали мою снегу, я папе скажу. Я дадим... А, это тут... Из него мы этого было, да, это мы сломали его. Я думал, то, что это недоработка, то, что мы полетели не вообще. Где же бубенцы все? Ну, дальше. Так что я уже волнуюсь, что нам штук 50, штук 70 понадобится. Пусть меня сюда, нет? Эй, вам сюда нельзя. Это ж таверна только для шахтеров. Вот, присоединится к нам тот кот, который с каской был на голове. Вот тогда мы сможем топать, наверное. Ой, я слышу бубенец. И вижу бубенец. Третий, да, третий. Это было очевидно, что мы пропустили там. Это наша тренировочная арена. Действительно. Мы тебя помним. Пока, путник. Пока, человек в доспехах. Есть ваш человек, слышишь? Мир 3.6. Морозное утро. Побираем. Вот снеговик. Ломай! Ого! Сосульки падают, мне кажется. Вообще хочется как-то аккуратнее, чтобы аккуратнее играть. Бубенец либо у этого большого, либо где-то здесь. Где именно я не могу убежать. Так, видимо, все на него. Поэтому давайте вернемся и покажем нашу силу богатырскую. Кошачью силу. Бубенец отдай. Вот, да, вот чуйка на бубенце уже.
Огромная редиска когда-то там была у нас. Ну, это было, когда мы собирали много бубенцов. Теперь вот этот огромный снежный снеговик. Это же логично все это становится. А можно наверх? Ой. Нельзя. Так, ждем, когда у нас попадут звездочки, чтобы нас не убило тут же. Убираем монеты все, которые можем. Что это? Подождите. Подождите, кажется, пойду не сказать. Прикольно. Давайте вот так вот. Я даже понимаю, что можно было взять. Дать махмяу, может быть, солянка. Что это за место такое? Готов предположить, что там наверху что есть. Но мы не можем. Так, продолжаем. Тут был бы меня... Ну нет, мы что, не можем забраться к нему? А смысл-то какой? Ладно. Это, сука, 50 монет стоит все равно. Мы не накопили меня. Потом бежим дальше. Сейчас будет кидаться, меня еще будет. Там бубенец наверху, наверное, да? Я тогда вас не смогу. Полетели. Прыгнет? Прыгнет. Слышу бубенец. Видимо, там наверху. А он высоко не прыгает, серьезно? Так подождите-ка. Смысл нам забираться там, если мы можем забраться здесь. Я прав? Наверное, прав, но... Ты слышишь, бубенец? А, он здесь был, серьезно? Беги, просто беги отсюда. Сейчас надо будет снежками отсюда. Он будет понятно, за кто. Скорее. Стоп! У них сзади зашиб. Прямо разбить лицо. Пройдено. Как же много времени вытратим эти уровни. Однако теперь мы собираем куда больше бубенцов собираем. Так, до второй, теперь третий. Мир 3.7. Снежная битва. Ой, ключ есть. Но если мы на нем ключ, то это не имеет смысла вообще. А, не... Ниже меня? Ну ладно. Сломать нельзя. Снеговик. Нужен он, да? Да. Он ломается именно им. Вперед. Прямо эту штуку. Беги, пока не прибило. Все-таки прибило, да. Только не снежком, а со снегой. Больно, наверное. Ладно, снова пытаемся. Нам еще целых два уровня пойти. Вот это следующий. Просто не. Так. Долетим, нет? Долетим. Аккуратнее, тут снежки уже было. А пушка, которая меняет направление, серьезно. А мы пойдем наверх. Скорее всего, наверх и надо было, да? А внизу у нас, наверное, что-то... Может, внизу ключ раскинуть? Ого! Ё-моё... А, вот ключ! Отлично, мы нашли его. Это звук от ключа или вот... От бубенца сейчас? Как мне что-то не нравится сейчас. Ай, пока стрельнет, а я побегу. И уклоняясь, как не знаю кто. Вот, не нравится мне, даже штуки не нравятся свои. Пожалуйста, не кидайте меня ничего. Ты же не кинешь меня, ты же нормальный. Поднимаемся выше. Еще выше. О боже мой.
Ребят, ну попадание еще я упаду не самый. Я справился с самого первого раза. Чел, ты прикалываешься, если там сейчас это закишь мне, я упаду вниз. Не, тут я вскрышу, я же слишком... Я не хочу переходить то, что я только что видел. Падаем вниз. Тоже делать нечего. Где-то здесь что-нибудь-то есть. Не просто так ледяный бой как сделать. Так, быстро подскочи. Ты сломать не... Позволяет растопить лед и неуязвим для лавы. Прикольно, конечно, но... Это, наверное, секретный уровень проход уже. Судя по тому, что видел я. Возможно. Может быть и нет. Да, он недалеко летает, но лучше его взять, чтобы... Сейчас мне чин стежок снова. Большой снова. Неужели в нем будет бубенец? А не слишком ли очевидно все будет? Да, это было бы слишком просто. Два бубенца. И надо было так... Видали? Там что-то дальше есть. Дальше того самого финиша. Летим. А, просто два пня и все. Вот, несколько ключ, отлично. У нас 48 уже. 60. Ну, как вы понимаете, на этом мы и закончим. Сейчас, погодите-ка. А если нормально было? А, за колокольчиком, в виде билет, чтобы открывал. Понимаю. Возможно, конечно, можно с этим поговорить сейчас еще можно, да, возможно, но... Наверное, это мы закончим. Соберу я бубенцы снова, наверное, как-нибудь. Тоже будет, в следующем видео будет начало, типа... Там, где я собирал бубенцы, везде, где только можно использовать лопату, к примеру, видно, мы губим, скорее всего, да? И уже потом продолжим уже отсюда, вот, да? Возможно, найдем какие-то секретные уни, тоже в них поиграем. Ну, а сейчас... Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!